Добрый день, вечер, дорогие друзья. Видите, я немножко перемещаюсь в своих творческих студиях. И сегодня хочу представить на новом месте свое новое произведение о нашей жизни. Я как-то не очень понимаю писать бессмысленные песни, хотя... Наверное, тоже попробую что-нибудь такое сделать в современных ритмах. А так, пока я пишу, стараюсь писать и содержательно, и искать какие-то мелодические подходы. Итак, друзья, художественный образ понимания нашей жизни. Поехали! Дать. И здесь совет
держи штурвал, пусть даже бьет девятый нимал, за все в ответе ты один. Самый надежный тыл – твоя семья. Вот такое размышление о нашей непростой и бурной жизни. Спасибо!